Друзья мои, а у нас рубрика очередная «Плюшки от Олеговича». Я просто увидел у него в руках здесь интересную штуку. Олегович, рассказывай. Нам же всем интересно, что это. Да какая-то фигня. Ну, похоже на зубы чистить. Да. Ну, это... чуть побольше. Ну, там нарисованы, судя по... Шины. Шины? Шины от машины. Да. Шины от машины, соответственно. Ну, типа это красиво. Просто замер, короче, да. Износа шин. Вот таким способом. Соответственно, по трем точкам. Вот так вот. Не знаю, что там видно, нет? Да, видно. Изобразуемся. Сейчас. Ух ты, ничего себе, лазерная история такая. Да. То есть, короче... Вот, и ты, короче, такой сразу здесь херакс. Вот твой, собственно, видно протектор, как он у тебя изношен. О, а что у меня на одну сторону он изношен? Вопросики есть. Да, с чем это связано? Ну, с тем, что шина твоя изнашивается вот на, с краю, да, больше износа. Мне кажется, я кого-то с большой жопой вожу с той стороны. Возможно, да. Вот, и потом, соответственно, можно это сделать вот так для клиента. Ну, то есть это для отчета для клиента. Uh-huh. То есть можно сфотографировать эту шину вот так, допустим, да, как она выглядит. Или если есть явный какой-то износ, его зафиксировать вот таким способом. Вот, окей. И потом в распечаточке вот эта фотография будет уже. Uh-huh. Вот, она к Wi-Fi подключена, эта тема. Она активирует QR-код, потом мы наводим смартфон на QR-код, посылаем на принтер, и у нас красивая бумажка с диагностикой вылазит. Но это еще не все. У этой темы еще есть и замер тормозных дисков. А, даже вот так вот. Да, то есть, вот видите, он даже показывает нам, как это делается. Вот и поехали. Не снимая колеса. Ну, не снимая колеса, да, если вот здесь такая возможность есть у нас залезть, допустим, я не знаю, на таких... колесах. Вот она магнитится и вот считывает как бы. Вот видите толщину тормозного диска. То есть выглядит это вот так. То есть, вот наш тормозной диск имеет определенный знак. Он нам говорит, что нормал. Нормал. Нормал у нас, да, типа нормал. Отстаньте. Вот. Ну и тоже это потом в общую печать выводит. То есть это средство осмотра, диагностики автомобиля, достаточно быстро эффективное для того, чтобы и у клиента осталось его понимание, сколько у него осталось по шинам пробега, да, сколько у него осталось по дискам износа и т.д. Очень полезная информация для клиента. Очень полезная плюшка, кстати. Ну, я думаю, что для мастеров, для частников не особо, потому что думаю, что она не дешево нифига стоит. Да, ну... Не будем об этом, друзья. Парки не главное. Да. Олегович, спасибо за очередные плюшки. А, друзья, напоминаю, это была рубрика «Плюшки с Олеговичем».